нас завітав ранковий гість Михайло Шелест, президент Миколаївської обласної федерації «Червоний дракон», спортивний тренер. Доброго ранку. В даному випадку ви такий досвідчений людина, яка неодноразово була на велопоходах. Отож, будемо від вас випитувати всі деталі, всі подробиці. Отож, з чого розпочати? От хочемо ми у велопохід, до моря їхати не хочемо, а відпочити трішечки по-інакше. Для начала, щоб... Всім привіт, студія, привіт, зрителі. Перво-наперво, для того, щоб їхати в велопоход, треба, як говориться, мати велосипед просто. Який? Да. Ви знаєте, по суті діла, підійде будь-який велосипед. Єдине, що чим... От я вас переб'ю, минулого разу ми вибирали велосипеди, їх є багато кількість, шосейний, там, гірний. Який ви нам порекомендуєте? Горний, обичний горний велосипед, так. Да. Суть тільки в класифікації і в качестві самого велосипеда. Якщо він тяжелий, сам по себе тяжелий велосипед, то вам буде як би тяжело крутити, собственно. Хоча на самом деле, якщо ви з цим як би не особо... и у вас есть сила в ногах, вы можете ехать. Это не суттєво, если честно. Но чем лучше велосипед, тем лучше, конечно. Дивіться, а хто може поїхати у велопохід? Чоловіки, напевно, переважно, тому що треба крутити педалі, чи жінки і дітей можна з собою? Я вам скажу, у женщин единственное, скажем так, нежелание ехать в поход только по одной простой причине. Душ. И как это, извините, туалет. Все, это два момента, которые вот, типа, куда ходить, как ходить. Но чоловіки ж, ви якось з тим пораєтесь? Ви розумієте, на самом деле, велопоход и вообще, на самом деле, что мужчина, что женщина, это нормальный вот процесс. Мы едем в велосипеде, что вам крутить, что нам крутить, это всем известно, ничего там такого страшного. Если даже девушки, ну, с нами в велопоходе девушек не было, мы приглашаем, пожалуйста, приезжайте. Даже мы готовы вашу, скажем так, поклажу взять. То есть вы только крутите педали, не более, не менее. Вот. На самом деле нет ничего такого страшного. Девушки обычно вот мне голову там мыть или ну, как бы речка под боком мойте. Суть вот как-то у женщин вот такая вот позиция. Но не то, что там мне тяжело будет крутить или там, а что будет кушать, а вот как-то вот, ну, скажем так, да, комфорт такие. Какой-то определенный. Но вы понимаете, что поход... Он не может быть комфортным. Его можно сделать, конечно, максимально комфортным, как вот хочется сделать, но все равно не будет такой пресной воды. Вот пресная вода, опять же, река Днепр там, или Днестр, я не знаю, там пресная вода. То есть там соленой нет. Ну, сами понимаете, мы привыкли кран, чтобы кондиционер, там еще что-то. Такого велопоходах нет. Ну, велопохід трішки інакше, на це не розрахований. От вибрали велосипед, що далі? От для тих, хто їде в перший раз. Смотрите, когда вы едете в первый раз, самое главное не нагружать себя всем, вот прямо всем. Обычно вот неопытные берут там по 5 камер запасных, клей, там, не знаю, молоток, стамеску, мебель, там, такого плана. То есть вы все должны четко понимать, что непосредственно велопоход – это на ваши ноги нагрузка. Это ваша поездка. Если у вас на велосипеде будет там 50 килограмм сумка, и плюс вы сами, то это будет, ну, не велопоход, это будет мучение на самом деле. Еще очень важный аспект, когда вы едете группой, лучше распределять. Например, если у вас у всех одинаковые колеса, например, 26 дюймов, то вам достаточно, допустим, группа 5 человек, взять 2 камеры запасных, 2, все, достаточно. И один, допустим, тюбик клея, чтобы клеить. На самом деле вы же не едете как бы в пустыню, на 3 месяца никого не видно. Я езжу в основном вдоль берега реки, например, там Днепр или Днестр, вот мы были, все равно люди встречаются, все равно какие-то там СТО, все равно какие-то города, все равно что-то есть. Так, то есть, в принципе, на самом деле не так все страшно, как кажется. В основном страх только перед тем, что спать в палатке или где вы спите. Ну, спим в основном возле берега реки. То есть... Опять же, в местах отдаленных от людей, то есть, допустим, до ближайшего селения километров 30-50. И, то есть, с одной стороны выехали, где-то примерно вот такая середина золотая, для того, чтобы нам люди не мешали, мы людям не мешали, чтобы мы могли спокойно отдохнуть, чтобы не было никаких там, скажем так, чрезвычайных происшествий, там велосипед украли или еще что-то. То есть, мы стараемся ехать максимально, чтобы не было с людьми контакта, я имею в виду в ночное время. А в основном днем, пожалуйста, то есть, как бы... Не набирайте многого. Вот давайте, от, конечно, не набирайте багато. Я читала в інтернеті, там і нитки мають бути, дуже багато чого, що має бути. На самом деле, первая медицинская помощь, аптечка, то есть спирт, вот спирт, это самое лучшее, что вот вообще в принципе может быть. Он для всего. Его в крайнем случае даже можно разбавить с водой и выпить, если надо, ну, какая-то там, я не за то, чтобы там набухаться, понимаете, в качестве медицинского, да. Опять же, антисептик, там где-то ранки. Чаще всего, что такое поход? Где-то ногу там разбил, палец стрял в пол, там, или где-то упал с велосипеда, такое бывает. Тоже это вот случаи. Ну и в основном там вот такое. Крем обязательно.
Вот те, кто ездят на велосипедах именно в походы, натирают себе паховую область, то надо обязательно мазаться кремом, иначе просто натрете, вы не доедете никуда. Не поэтому крем обязательно. Який буде одяг? От давайте щодо одягу. Насчет одежды, да, обязательно велошорты, там специальные велопамперсы, они одеваются для того, чтобы вы спокойно могли ехать. Угу. Потому что просто в шортах, вот обычно по городу я вот катаюсь, не одеваю ничего вот этих всех прибамбасов, просто сел в шорты обычные, шлепки и поехал. Угу. Вот. А когда в велопоход, там по-любому надо одевать, потому что километраж от 50 и выше. За день проезжаешь. Все зависит от того, как погода, условия. Бывает такое, что дождь, проезжаешь 30 километров, mm-hmm. просто дождь льет, ехать как бы надо, стоять бессмысленно. То есть, поэтому здесь вот, вот такие еще моменты, тоже нюансы. С собой аптечка, так, аптечка по минималке. Вот именно минимум там, скажем, от желудка, там головная боль, какое-то обезболивающее, спирт. И не надо там набирать там вату, бинт, скотч. Вот. Скотч. Обычный скотч, да, будет, и да. Все. Этого достаточно. Скотч, он на все случаи жизни. Он перебинтоваться, там что-то с великом сделать, забинтовать, примотать. То есть он универсальный. То есть пользоваться максимально универсальными средствами, а не брать, там, я же говорю, допустим, тот же бинт и скотч, они дублируют друг друга. Ну, как бы кто-то скажет, что бинт это такое вот, скажем так, как более стерильное, там, ну, как показывает практика. А як щодо ниток, сірників, голки, оцього всього такого? Іголка, нитки. Из пяти походов, что я был, два раза только брали. И они, кстати, иногда понадобятся. Опять же, заноза где-то. Угу. Ну, не было такого, что не хочу рассказывать. Можно было придумать там, типа, историю. Разорвал кожу, зашил там. Не, ну, это занадто уже не будемо. Это подразумевается тоже. То есть нитка с иголкой должна быть, потому что мало ли вы упали и действительно там ногу порвали, мышцу, и надо ее, ну, не мышцу, а там кожу надо зашить. Угу. То есть это как бы нужная вещь, в принципе. Поэтому последние вот пару раз уже брали. И они, вы знаете, нужны, нужны. А то до этого пользовались люди, едем там, дайте нам нитку, пожалуйста, зашить там что-то там. Добре. Такое бывает, да. Ну, якийсь там фонарик може якийсь. Вы знаете, фонари берутся, собою. Но они нужны только ночью. На самом деле, так. Лучше совершать поездки лучше совершать днем. Угу. То есть, тобто вночі ви їздити не рекомендуєте, правильно? Нет, мы ночью только спим. Я более зрозуміла. Того, чтобы было понятнее, допустим, часов в 10 начали разрываться. Обычно всегда вот всегда договариваемся, все, в 6 подъем, там, чтобы не по солнцу ехать. Угу. Это я вам честно скажу, вот сколько я раз был, ни разу так не было. Сколько? Все время, пока проснулись, пока походили, вы же понимаете, там же природа, там утро, там речка, там покупаться, опять же покушать, что-нибудь себе сделать. А покушать это же не газовая плита включил, это как бы костер, надо угу. Собирать дрова, что-то приготовить, что-то поесть, потом помыть, опять запаковаться, палатки убрать. То есть это как бы время, время. Ну, ты кажется, что-то приготовить, треба же посуд брать с собой какой-нибудь. Смотрите, на самом деле берется все по минималке. Допустим, все из расчета сколько людей. Допустим, один какой-то казанок, угу. Что-нибудь легкое, типа там алюминиевое, ну, вот что-нибудь такое. Вот обязательно, чтобы он был приспособлен на костре. То есть угу. Его можно было поставить, его не жалко. То есть он не то, что плавится, а имеется в виду поставить, так, повесить. Так. То есть он вот... Одна ложка и может быть одна железная кружка, все должно быть железное. И такая сидит команда это біля все, вогню, это все, передай да. Мне ложку, и так один одному все, передай. Все кушается, знаете. С одной тарелки, то есть если там что-то сварили, все в одну тарелку, все в одну миску и все ешь. Все там. Угу. И плюс подножный корм. Я зрозуміла. Слухай, ну ви мене так, я тепер думаю, чи їхати мені в велопохід. Добре, на скільки днів розраховувати тур потрібно? Смотрите, от якщо ми йдемо в перший раз, безумовно, що на два тижні ми не поїдемо. От оптимальна кількість. На самом деле, время поездки учитывать так. Примерно можно делать спокойно, если нормальная погода, и если вы спокойно едете, 100 км в день. 100 км в день, ну это часов 5-6 крутить педали. Но ой, это не постоянно крутить, мой. Вы понимаете, угу. Вы там, суть какая, прокрутили минут 20. Это как бы, ну, ни о чем, просто крутишь себе, там, слушаешь музыку в наушниках, видишь впереди, кто впереди тебя ездит, угу. Едет, смотришь, оглядывайся назад, обязательно вот эти вот манишки, знаете, как у... Дорожников работников, да, обязательно, да-да-да, вот, чтобы вы друг друга, во-первых, отличали, плюс, угу. Если вы выходите на трассу, выезжаете где-то, а такое часто бывает, что приходится где-то выезжать на трассу, чтобы вас видели водители и прочее, ну, обезопасить себя угу. Максимально. То есть вы крутите минут 20, почему вдоль реки, едем-едем, классное место, давайте покупаемся, остановились там, опять тобто же, на 3 правильно часа. Свій маршрут розраховувати біля річки, да, от як правильно розрахувати маршрут для велопоходу? Я вам скажу, в идеале возле воды, угу. То есть любая речка, неважно, тот же Днепр, тот же Днестр, тот же, допустим, Ингул, Бух, неважно, все зависит от кого, откуда, ну, в идеале. Угу. Почему? Потому что река – это жизнь. Это всегда можно покупаться, это всегда можно поплавать, отдохнуть, ночлег, опять же, там, еда.
как это не парадоксально звучит, вот мы лягушек ловили, но, правда, мы их не смогли их поймать, чтобы съесть. Про да. Вот кушали це, змей. Да. Кушали змей. Да, поймали две вот таких, не знаю, как они называются, не уж, не змея, а полос, который, я так понимаю, рыбная, она питается рыбой. Вот, на шампур, ну как на шампур, на палку накрутили, да, на костре, она... Без соли, без сахара, там же опять же ничего ж не берешь с собой. Соль мы сейчас в последнее время начали брать, это вообще пресная вода, ой, пресная еда, просто, допустим, там какая-то гречка, просто сварили, просто съел, все. Ваші рекомендації, може якісь курйози траплялись, от із досвіду, до чого готуватися, чого боятися, що може трапити? Я вам скажу, что велопоходы не надо бояться с точки зрения вот страшно чего-то куда-то ехать. Если нормальная компания, опять же, вы знаете, в велопоходах курьезы курьезами, но случается наоборот. То есть бывают у людей нервные срывы, вот в чем дело. Последний поход так и показал. Вы знаете, человека знаешь 15 лет, думаешь, вот в социуме нормальный человек, нормальный. То есть никаких там все. А как поход, это ужас. Я честно вам скажу. Все, да, все. Я видел первый раз, видел, как человек ругался с дровами. Честно, при этом мы, ну, я сам не пьющий, в велопоходе мы никто не пьет, то есть все трезвые, как вообще. И суть, вот дрова лежат возле костра, и человек поругался с ними. Просто вот, понимаете, я к чему, да, так, то есть велопоход, как и пел Высоцкий в свое время, он, понимаете, друзей может вот выбирать, вы, допустим, вроде с человеком дружите, а велопоход ему не подходит, то есть вот это вот ограничение. Переверенных потребно брать с собой, да? А вы знаете, вы не поймете, поход. Пока ну, вы не возьмете. Пока не переверим, да? Да, вы взяли, проверили, в следующий раз я с ним не поеду, однозначно. А взагалі, как количество людей оптимально? Оптимальный вариант, вот я ездил с двумя и ездил 5 человек, вот в принципе, 4-5 – это ну, максимум 6. Это идеальный вариант. Но, с другой стороны, понимаете, чем больше группа, тем уже получается длиннее дорога. Потому что надо же, как бы вы все вместе передвигаетесь. Один чуть устал, один чуть не устал, один длиннее, один быстрее, один хочет, давайте, го-го-го, один там, я уже не могу и прочее, прочее. То есть вот такие вот моменты. Поэтому группа должна быть компактная. А если один? Если одна людина? Если один, уже тоже такие мысли вот были. Я сяду один. И поеду. Суть одного, знаете, наверное... Это больше медитативное, скажем так. То есть вам приходится быть наедине с собой. Потому что так хоть кем-то поговорить хоть как-то. А так вы едете сами. Плюс, опять же, увеличивается риск опасности. Так вы хотя бы вдвоем, какая-то безопасность, вы все-таки как-то вот один есть один. Опять же, все снаряжение на тебе. Ну, так да, обычно важко. Одна палатка, допустим, на четверых. Вот насчет курьеза. Четырехместная палатка, у нас 5 человек. 5 взрослых мужчин, вот как я. Дождь шел и ну, просто ливень. Ну некуда, вообще некуда. Просто стена. И нас, мы вот так вот, как это, валетом легли в эту палатку. Вот вы понимаете, это такая ночь, все течет. Що робити? Как бы, да. Вот так, що, такі от моменти. Дякуємо вам, Михайло Шелест був у нас в гостях, все детально розповів, як, що, скільки, куди, але велопохід – це круто, правильно? Спробуйте на собі і будете так само цікаво розповідати, як Михайло.